Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, давай-ка мы с тобой заберем награды. Сразиться в боях, поднять уровень персонажа. Так, а в магазине мне что-нибудь светит? К сожалению, нет. Сюрикенов у нас с тобой 108 тысяч. Это круто. Так, погоди-ка секундочку. Ах да, друзья мои, конечно же, я накопил достаточное количество ДНК, чтобы нам прапать сегодня Микеланджело. А после майки мы согласились с вами качать кого? Алапекс. Да, ребята? Много голосовало за Шинигами, но за Алапекс все-таки больше народу высказалось. Так что будем качать именно эту лису. Так, ну что, давай тогда перейдем в список. Где у нас там Микеланджело? Покажите мне, пожалуйста. Вот он. И он получает, ребята, да, четвертую серебряную звезду. Ух ты. Установить щит. У Майки, ага, получает небольшую дополнительную защиту от своего скафандра. В начале хода есть 10% вероятность усилить защиту на 25% в течение двух ходов. Слушай, ну неплохо, но я хочу, ребята, вот, наверное, так сделать. Хотя, стоп, мы же с тобой эти пульты копим, да? А купим его для кого? Естественно, для Супер Шреддера. Так что, секундочку. Переходим в навыки. Ну да. Это хорошо, что я не стал тратить. Ты посмотри, какой он... Ё-моё. Это у него маска, по ходу дела, да? А за маской, вон даже видно зубы, кожа. То есть у него даже лица-то не осталось. Жесть. Ну что, продолжаем искать тогда эти пульты управления. А, пульты от телевизоров. Раз. Два. Три. И, по-моему, последний нам нужен. Отлично. Так, друзья мои, до шестой ступени костяной кунай мы с тобой прокачиваем. Так. И дальше у нас идет сердцебиение. Тут нужно нам три комикса найти. Давай-ка попробуем. Так, варвар, именно варвар, да? Так, второй и третий. Ага, дудки там, третий. Да хорош, палочки для еды мне достаются, вот. Так, комикс выпал, а что еще нужно? Шесть палочек. Сейчас, погоди-ка секунду, я посмотрю, у нас, по-моему, с тобой... Сложно выполнено, ага, еще одна попытка есть. Ну, давай тогда сделаем, где у нас тут, вот он. Навыки. И вот здесь мы должны с тобой палочки получить. Да. Остальное продолжим искать уже в следующей серии. Потому что, ребят, ну, сами видите, мы выполнили здесь все, все требования. Так, и остается поднять уровень персонажа. 17 тысяч мутагена. Ну, я вот думаю, как раз мы Шреддеру и поднимем, да? До 65-го. Окей. Забираем здесь награды. Ну что, друзья мои, сегодня, как вы знаете, у нас воскресенье. А видосик, наверное, я выложу уже, будет понедельник. Так что надо поднажать. Турнирная арена, как ты видишь, у меня 96 место в ранге Лига Мастеров, 3 звезды. 16 откатов, я думаю, что этого мне не хватит. Давай-ка мы с тобой приобретем еще 10 откатиков за $250. Вот так вот. Ну что, а теперь можно идти на турнирку и брать топ-место. Так, Наталья, мой и Евгений. И Евгений. Слушай, я возьму, наверное, вот этот мой. Так, давай, Лео, Усаги. А вместе с ними пойдет в бой Ванька, Рафаэль. Да пускай будет нейтрализатор. Ну, сколько нам придется с тобой здесь боев сделать? Я думаю, не меньше десятка. Конечно, хотелось бы чуть поменьше, но тут уже как пойдет, друзья мои. Так, ну что, Усаги крутит. Ага. Добьешь, Лео? Сделай, пожалуйста, такое доброе дело. Да, все по красоте, ребята. Не понял, это как он так быстро прошуршал, что я его даже не увидел. Ты хорош. Да, Нателло, успокойся, на-ка тебе из гранатомета. Не понял. Секунду, а если вот так вот? Да хорош. Ты гляди-ка, а?
Стоял как вкопанный и даже не получал урона. Ну, а я тебе говорю, ребят, он без дополнительной защиты сам по себе очень крепок, Донни, да? А тут еще и защита на нем висела. Ну, слава богу, мы его пробили. Так, 87-я позиция. Ладно, будем двигаться дальше. Возьмем, наверное, с тобой Брэндона. Хотя, подождите, зачем нам Брэндон, если у нас есть Евгений? Уровень поменьше, кубки те же самые. Давай, давай возьмем именно его. Так, Евгений, раз, два. Тут риски. Потому что здесь есть вот, ребята, маузеры. Давай возьмем там с тобой Супер Шредера. Почему, интересно, его здесь называют Супер Шредером? Что у него такого, ребята, суперского? То, что он мутировал вот так вот слишком сильно. И в чем, интересно, у него тут преимущество перед обычным Шредером? Я не знаю. Я вижу, что он намного крупнее стал, да? Намного крупнее, намного безобразнее. У него даже на ногах, ребята, когти. Жесть. Раньше были только на руках, а теперь и на ногах. Но, слава богу, ногами он не дерется. Поэтому, как бы, толку от этих когтей. Так, что у нас? 78-я позиция. Мы с тобой... Так, Эрик, Йенес и Срето. Ну, Срета я точно брать не буду. А вот здесь... Давай возьмем, наверное, с тобой Энеса. Я вот смотрю за откатами. У нас 24. Так, становится 22. На 10 боев нам с тобой хватит вполне. Так что можно, в принципе, не паниковать. Единственное, чего я боюсь, это если все выйдет из-под контроля. И тогда у меня муха. Да-да, именно муха отдуплится. Причем с полтыка. У нее 50 уровень, 55. Так, ну что, смотрим, ребята. Отлично, отлично здесь все получается. Потому что дальше Леонардо просто добивает всех. Ну, а мы с тобой проходим дальше. Что там такое? Ребята, у вас как с погодкой? Скажите ко мне на милость. У нас в данный момент морозец давит по 25 градусов. Очень-очень холодно. А еще работать, знаешь, как лень. Когда вот на улице мороз. И работать. Так, ну что, Семен, давай-ка. Нет, зачем Семен? Давай лучше возьмем Микаэла. Да, возьмем его, пожалуй. Так будет нам получше, поэффективнее и побезопаснее. Шредер. Тигриный коготь. Блин, брать Кирби или нет, а? Давай возьмем. И опять же здесь большие ставки делаю именно на нашего Усаги и Леонардо. Потому что все зависит от них. Если Усаги делает свою вертушку плюс ложит постепенный урон, то это уже 50% успеха. Потому что Леонардо, если даже кого-то не добьет, соответственно, постепенно, вот как здесь. Здесь можно вообще не паниковать. Смотрите, доказываю это. Мы хиляемся. И все, и больше я пропустить не могу. Придется его добивать. А так бы, если бы я даже его не трогал, постепенный урон все равно бы его уничтожил. Ну что же, поехали дальше. Сегодня цель, ребята, взять топчик, первое место. Чтобы я завтра уже пришел с работы, и мы с тобой получали осколки. Конечно же, платиновые осколки, потому что награда мне не нужна. У нас разыгрывается на этой неделе морозильная кошка, я уж как-нибудь перебьюсь. А вот осколки мне нужны. Так, ну что мы здесь с тобой делаем? Я не знаю, ребят. Ну давай Наталью возьмем. Она уже с самого начала игры просит. Возьми, говорит меня, Рэй, возьми. Ну, возьмем тогда. И Карайку, да? Ну, покажи-ка мне свой состав. Ага, вот такой. Ну, тут только, наверное, ребята, меня больше пугает это Микеланджело Видение. Вот он. Сейчас проверим. Давай, Лео. Да ладно. Недобитки, ребят, лежат. Ну-ка, Карайка, справишься? На изи. Просто бросила свои кунаи и всех забомбила. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Не обращайте, ребят, на мой жесткий грубый голос, потому что я недавно встал, потому что перед работкой надо было поспать. Я поспал, отдохнул. Сейчас вот запилим серию с вами, и я улепетаю.
Арбайтен. Так, здесь кого возьмем с тобой? Наверное, Александр. Даже с твердым знаком. Ну ты даешь, бро. Ладно, давай. Александр. Так, здесь возьмем, наверное, вот таким вот образом. И Леонардо. Ну, вот здесь я, ребята, вообще не боюсь. Здесь я бесстрашен. Роквелл, ну Роквелл, да, может, если честно, нам здесь сделать подляночку небольшую, если он захочет. Но я сомневаюсь, что он успеет. О, все, здесь Донателло, как всегда, скорее всего, выживет. Ну, проверим. Нет. На этот раз Леонардо никому не дал шансы и всех поголовно наказал. Ну, а мы с тобой смотрим, куда мы передвигаемся. Так, была 46-я, становится 36-я. То есть еще 4 боя нам сулит с тобой сделать. Ладно, давай выберем, наверное, с тобой Саида. Нам Саидов надо взять. Раз, два. И кого-нибудь из слабеньких. Это будет у нас Леонардо фильм. Вот оно как. Ну что же. Два оригинала плюс Майки. Нет, это, ребят, не Майки, это Рафаэль. Видение, собственно, персоны. Стоит там на стреме. Кстати, а у него похожи, ребята, вот такие же, да, когти, как у Шреддера на руках. Да-да, именно такие, только не, чуть-чуть поменьше. Все. Упал. Упал, отдуплился, но мы с тобой проходим. Была 36-я позиция, я думаю, сейчас будет, надеюсь, где-то 26-я. Ну-ка. 28-я, черт подери, мы что-то с тобой как-то медленно-медленно продвигаемся. Вот прям чувствуется какая-то натяжка. Ну, здесь я, наверное, Семена возьму. Возьмем с тобой, выберем Семена. Так, Рокзар плюс Майки. И Мондо Гекко. Любая ошибка, и Мондо Гекко наш просто дуплится с удара. А особенно если этот удар будет делать Микеланджело. Поэтому, пожалуй, я начну именно с него. Хотя тут и, сам знаешь, да, у нас Макман довольно сильный персонаж. Особенно вот этот его удар с разбега. Плюс он может еще, не забывай, сделать такой шторм, ураганчик небольшой, да, из мусора и хлама всякого. Но не в этот раз. Тут что-то мы с тобой раздухарились не кисло. Причем без бафа идем и бомбим всех. Ладушки, нам только лучше. Так, давай 20-ю позицию, не ломайся. Во, 18-я. Так, ну я рассчитываю не меньше 3 боев еще. И возьму-ка его, тезка Алексей тут у нас. Ну что же, Алексей, Алешенька, сынок, давай. Посмотрим, из чего ты слеплен. Я рискую, но этот риск будет оправдан. Он должен быть оправдан. Так, ну что, поехали. Вот ты посмотри, как выглядят у нас оригинальные черепашки-ниндзя. Вот просто полюбуйся. Ведь нет ничего лишнего абсолютно, да? Единственное, в чем проблема, это в том, что у них у всех одинаковые повязки. Красные. Это уже потом стали разделяться там синие, фиолетовые, да, оранжевые и какая там еще-то повязка. Подожди-ка, оранжевая, синяя, фиолетовая, а, и Рафаэль красная, да. А раньше у всех было поголовно только красная повязка. Так, что у нас тут? Милан, Джон, Емира. У нас все равно с тобой последний бой. Ранг, как ты видишь, у нас 4-й. И тут я выбираю... Давай возьмем Эмиру. И отыграем с тобой последних наших бойцов. Потратим с тобой последние наши откаты. И возьмем Майки. Ну что же. Погнали. Вот они стоят. Красавцы ждут меня. Ждут своей расплаты. Но я им с удовольствием... Ее, как говорится, и проведу. Так, нормуль. Постепенно вообще висит на всех. Но я думаю, что Леонардо все-таки всех забомбит сам. Да? Собственно, ручно бомбанул. Все, друзья мои, заканчиваем на сегодня мы с ареной, с лигой. Мы забираем с собой первое место. Я думаю, что когда завтра приду,
меня не слишком далеко сбросят, а может быть вообще не забросят. Так, в магазине у нас с тобой ничего нету. Да? Вообще ничего. Задания я все выполнил. Так, что у нас по боевке, по испытаниям? Ребят, вот здесь вот попытался пофармить. Ну, в принципе, 3 орнамента я нафармил. Блин, ну, конечно, дорого стоит. Это нужно 4 отката потратить. Телепорта, 4 телепорта, да, чтобы провести одну удачную попытку. Они, как всегда, мне этого не позволяют. Слушай, погоди-ка секунду. Давай-ка, знаешь что? Да ё-моё, ну что ты делаешь, Рэй? Хорош, успокойся. Слушай, давай мы с тобой зайдем в черепашью бурю, а? Давай зайдем и подеремся. Ага, а здесь особо сильно я не подерусь, потому что меня обломали с персонажами. Ну ладно, этим я должен как-то тут еще пройти. Поехали развлекаться. Давай, зэк, отлично. Так, накажем, наверное, с тобой Рафаэля в первую очередь. Наказал. Ох, все, ребят, пошел отхил. Пошел у них, понимаешь ли, отхил. Тяжело с этими ребятами драться, тут базара нет. Давай-ка попробуем, наверное, ушатать Леонардо. Есть контакт. Теперь Майки. Это хорошо, что он стал хилять. Он бы мог что сделать? Уклоняшку врубить, да? И все тогда было бы. Двигаемся дальше, ребята. Вторая волна. Ну что я тут могу сделать? Давай атаковать вот так вот. Я одного не понимаю, зачем ему надо взлетать, чтобы нанести этот удар. Так, теперь бафаемся. Теперь выпускаем волну. Да ладно, серьезно что ли? Вот так вот мы их разобрали, этот отдуплиться должен. Добиваем тогда. И переходим на третью с тобой волну. Так. Надо было... Ладно, фиг с ним. Давай-ка попробуем пробить Донателло. Слушай, не кисло. А так, если сделаем, ушатаем их. Да. И последняя, четвертая волна. Здесь у нас, ну, конечно же, оригиналы. И самый вредный — это вот. На тебе. Дальше пускаем когти. Дальше Шреддер. Отлично. Так, Майки делает массовую атаку. Получил в ответ. Так, бросаем с тобой бомбочку. Добиваем Микеланджело. Ну и остается здесь Донателло. На тебе. Все, ребята. Ну, тут можно сказать, что мы прошли на изи. Особой награды, конечно, у нас здесь не будет. Это, по-моему, ДНК на Микеланджело. Но вот то, что здесь 60 бакинских мне подкидывают, вот это вот уже радостно. Так, давай-ка следующий тогда попробуем. 70-й уровень. Я, наверное, уберу отсюда Шреддера. Возможно, ребята, делаю большую, огромную ошибку, убрав его, но... Мы его быстро потеряем просто-напросто, понимаешь? Я больше чем уверен, что они будут атаковать именно его. Так, ну-ка, пробьем мы с тобой. Да вот не получается, и все. Так, тихо, Майки. Давай-ка, все-таки надо его пробить. Да иди ты! Крис, да что ж такое-то? Такой ты слабак. Воу, кому это достанется? Опять же тебе хочу сказать, здесь в этой команде, ребята, у нас нету хила. Поэтому далеко мы здесь с тобой не уйдем. Да дуплись ты уже, господи. Так, переходим только на вторую волну. А уже покоцанные наши, как говорится, ребятульки. Давай-ка вырубим с тобой, попробуем. Ага, не вышло. А если так? Замечательно. Зэк, слабое звено у нас здесь Зэк. Вот что я тебе могу сказать. Поэтому мы сделаем с тобой баф. Это в первую очередь, да? Плюс будем выпускать массовые с тобой атаки. Тихо, провокацию берет. Ах, ты шитик. Лео, хорош. Не пробили. Рокзар, бери провокацию тогда. Фиг ли делать нам. Добил, красавчик. Так, а этого добьешь? Малорик. На тебе. Третья волна. Ух ты, оригинал. С ними сложно, ребята. Тем более уровень-то, посмотри. 70-й. Так, я на всякий случай поставлю доп. Защиту.
И поехали. Начнем с Лео. Неплохо. Да и твою ж дивизию. Ну, Зэк. Молодец. Молодец. Хоть где-то сделал все как надо. Попробуешь. Да, получается, ребята. Этот ушел незаметно. А, бомбочка. Ё-моё, я совсем забыл. Массовая такая. Тыч. Крис Малорик. Прижучил, добили. Уничтожили. Переходим с тобой на последнюю четвертую. А вот прикинь, если бы у нас теперь был тут Шреддер, он бы давно уже валялся, ребята мои. Уже валялся бы здесь и кушал бы землю. Так, это надо было так сделать, ребята, заблочить, потому что у него массовая атака. Хотя Лео тут тоже этот. Оу, и этот еще тут. Так, попробую пробить. Чуть-чуть не... Ага, вот, есть у нас. Да, Зэк, не падай, пожалуйста. Это сейчас... Твою же налево, а? Ну ты посмотри. Ну ты посмотри, что он сделал, а? Да? А чего вы ожидали, ребята? Этот Донателло... Провокатор вот такой вот сильный. Не хватило буквально чуть-чуть. Хотел, конечно, на 3 звезды, ребята. Ну, из принципа на 3 звездочки. Я знаю, что мне это ничего ровным счетом не дает. Кроме 15 долларов и 75 жетонов. А, у нас ДНК на Донателло ролевой. Кстати, это хорошо. Ну, и если ты представляешь, да, сюда нам вообще с тобой нет понта идти. Разберут. А это говорит о том, что нам с тобой нужно прокачивать вот этих персонажей как минимум на 90 уровень. И только после этого у нас будет с тобой что-то получаться. Фух, ну что, друзья мои, на сегодня, в принципе, можно закругляться. Будем ждать с тобой завтрашнего дня. Кстати, а что у нас по осколкам вообще получается? Давай-ка глянем. Смотри, у нас с тобой 16 золотых осколков и плюс 120 платиновых. 70 получим в конце недели, да, это будет 200. Блин, еще 200 осколков, ребята. Еще 200 осколков, это 3 недели. То есть в лучшем случае, да, действительно, в конце месяца мы с тобой прапаем нашего супер Шреддера в платиновый ранг. А потом нужно как-то бросать все усилия для того, чтобы прокачать мне Кренга классического. Ну, ты сам смотри, сколько нужно для него ДНК. Очень много. Но, тем не менее, нам деваться все равно с тобой некуда. Тут есть очень много персонажей, которых мы должны с тобой прокачать. Особенно, смотри, вот эти вот Бибоп классический, Рокстеди Кролик, да? Голубь Пит. Они все, ребята, слабые. Также Бибоп Кролик. Леонардо Видение надо прокачивать. Донни ролевого. Да, есть, ребята. Над чем еще, как говорится, работать, работать и работать. Ну что же, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!